Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! 9 марта народной артистке России исполнилось 73 года, но время над ней словно не властно. Врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала об уходе Надежды Бабкиной, который, предположительно, мог принести такие потрясающие результаты. 73-летняя певица на некоторых снимках выглядит как девочка. Уровень развития современной эстетической медицины, на самом деле, позволяет хорошо выглядеть практически в любом возрасте, особенно если начинать методики омоложения на ранних этапах старения. И публичные люди особенно четко понимают важность ухода за собой, заявила косметолог. Надежда Бабкина никогда не скрывала, что ей приходилось прибегать к услугам пластических хирургов. Баскакова подчеркивает, что это не просто нормально, это правильно. Мол, для того, чтобы оставаться в прекрасной форме, необходимо работать над собой. «Насколько я помню, Надежда Георгиевна всегда выглядела весьма достойно», – подчеркнула врач. Дарья Баскакова рассказала, каким методом можно и нужно прибегать в возрасте Надежды Бабкиной для того, чтобы молодо выглядеть. Прежде всего, это аппаратный SMES-лифтинг, нитевые методики и инъекции коллагеностимуляторов. Отдельно косметолог подчеркнула, что очень важна стабильность массы тела. Особенно важно поддерживать стабильный вес. То есть избегать его резких перепадов как в одну, так и в другую сторону, заключила Баскакова. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!